Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Твери. У нас, иначе говоря, представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 25 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка машины для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку. Упаковочная машина применяется в составе автоматических линий на финальной стадии или отдельно. Выбор машины зависит от используемых материалов и желаемой производительности. Блистеры с таблетками раскладываются в готовые картонные коробки, согласно технологическому процессу упаковки в коробку. Сам процесс упаковки блистеров, или картонашка, осуществляет в белые картонные коробки по одному блистеру в каждую. Старая машина постоянно ремонтировалась, и иногда мы не могли вовремя поставить препарат заказчику. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести машину для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку. В качестве основных критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя машины для упаковки ПВХ-блистеров в картонную коробку, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые, в принципе, работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было, по сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования, желаемых сроках изготовления. Через 3 дня на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для упаковки ПВХ-блистеров в картонную коробку и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, материале флаконов, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил оборудование для упаковки ПВХ-блистеров с таблетками в картонную коробку, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист компании предложил протестировать машину и попросил выслать заготовки наших коробок и блистеры с капсулами. Менеджер за 2 недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Блистеры с таблетками перемещались по конвейерной ленте для упаковки в картонные коробки. Лист с бумажной инструкцией, в которой содержится информация о назначении препарата, способе применения и побочных эффектах, складывались и вставлялся в коробку.
Мы получили упакованный в картонную коробку блистер с таблетками, куда также была, по сути, помещена бумажная инструкция. Оборудование имеет современную систему управления через ШКИ-экран. Рабочая зона закрыта пластиковыми щитами для исключения влияния внешних факторов. Через месяц после заключения договора мы получили машину для упаковки ПВХ-блистеров с капсулами в картонную коробку. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудованием мы остались довольны, хотя, честно сказать, я скептически относился к этой машине, мне казалось, она слишком сложная в управлении. Однако практика показала, что это тот автомат, который, в принципе, нам нужен был. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, в общем, если бы сделал выбор самостоятельно.